Увидеться с любимым бесценно. В непростое время для России важно поддерживать боевой дух наших защитников. Семьи мобилизованных недавно связались со своими мужьями и папами через телемост. Эмоции, слезы, улыбки в Самаре организовали столь важное для всех причастных мероприятие. Его ждут дома дети. Мы, конечно же, все родители, близкие, друзья. Очень переживаем, гордимся. Да? Ваш малыш что, может быть, говорит там долго, когда вот, ну, не видит? Он говорит, ну, почему-то он очень долго уже пропадает, не звонит, да? Потому что уже связи нет довольно-таки долго. Ну, рисует, ждет, говорит, что приедет, мы поедем на море. Подобные телемосты проводятся регулярно. На этот раз участвовали военнослужащие мотострелкового соединения Центрального военного округа, призванные по мобилизации, задействованные в тыловой зоне СВО. Так, семьи мобилизованных могут узнать, как на самом деле себя чувствуют мужчины вдали от родины. А воины, увидев свои семьи, понимают, для кого идут побеждать. На подобных трансляциях также организуют отправку писем и консультации по мерам социальной поддержки. Виктория Чиркова, Кирилл Савосин, Даниил Сурков. Улправда ТВ.